Приветствуем вас, дорогие друзья, в который раз вы смотрите Горький City Wrestling GCW. И на ваших экранах, о мой бог, это же Коля Сиплый, также известный как Федор Марков. Рестлер из Москвы, дебютировал в конце 2010 года. И вот он уже не первый раз появляется на арене GCW, следует заметить. До этого он побеждал уже рестлера Майка Рихтера. И сейчас он берет микрофон. Всяко ему есть что сказать. Ох, некоторые технические накладки у нас. Человек, который обладает вещью, которую он не заслуживает. Я говорю про пояс чемпиона Беларуси. Yeah. Да. Я считаю, что для меня будет очень кстати, когда на главном шоу, которое состоится в январе, я, Федор Марков, выиграю чемпионский пояс Беларуси, так как я единственный, кто победил действующего чемпиона в матче 1 на 1. И этого никто не сможет отрицать. Да, Федя, то есть Коля, говорит все правильно. Он побеждал действующего чемпиона Беларуси в тяжелом весе Ричарда Тимоуна. Это было в Лужниках на ежегодном шоу НФР. И появляется никто иной, как напарник Ричарда Тимоуна. Из Ордена Вульгарности, прямиком из Ордена Вульгарности, бесподобный Дмитрий Нова. Но почему-то Ричарда нет рядом, непонятно почему. Дмитрий Нова, как всегда, заведен, заряжен на победу. И я полагаю, что мы увидим сейчас отличный матч между Колей Сиплым и Дмитрием. Напоминаю, что Дмитрий Нова дебютировал аж в 2013 году в шоу НФР «Рестлиада. День второй», которое проходило в Нижнем Новгороде. Выключите музыку! Ты думаешь, что так все просто решается? Я думаю, что так просто решается. Я так не думаю. Mm-hmm. Ты победил Ричарда Тимоуна в Лужниках, но никак не на ринге GCW. Да, это имеет значение? Конечно, имеет. Ты приехал, победил готового новичка и думаешь, что тебе можно драться за титул в Беларуси? Да, почему бы нет? Я так не думаю. А, ты все время. Я так не думаю. И поэтому я предлагаю тебе сразиться со мной сегодня и доказать свои силы. Маркас! Yes! Yes! Ну что же, матч назначен, и сейчас бойцы будут представлены. Напоминаю, что претендентом номер один на титул чемпиона Беларуси является Сергей Ломходок. Дмитрий Новых, как всегда, язвительно заигрывает со зрителями. Звучит гонг, и матч начинается. Я уверен, это будет зрелище. Бойцы схватываются на середине ринга. Локап. Дмитрий Нова. Армтвист. Сиплый перехватывает свой рестлок. Так, захватывает преимущество сейчас Коля Сиплый. Но Дмитрий Нова быстро перехватывает вестлок, заходит сзади. Коля Сиплый пытается вырваться из этого захвата, перехватывает в хедлок. Матч, конечно, не совсем за претендентство номер один на титул чемпиона Беларуси, но я полагаю, Коле Сиплому не помешает победа над Дмитрием Новой,
чтобы показать, что он достойный претендент на титул. Дмитрий Ново тем временем серия локтей в торс Сиплому. Сиплы перехватывает попытку ирландского кнута. Дмитрий Ново набегает на Сиплова и Дмитрий Ново сползает с ринга. Дорогие друзья, у нас довольно-таки бодрое начало этого матча. И что ждет нас впереди? Это хороший вопрос. Пока что Дмитрий Ново пытается отдышаться за рингом. А Коля Сиплый вальяжно ждет своего соперника. Судье, естественно, не остается ничего другого, кроме как вести отсчет до 10. Но Дмитрий Ново сравнительно быстро возвращается на ринг. Ой-ой-ой, вот это было дерзко со стороны Дмитрия. И тут же ничего не медля. Сиплый бомба в присед. И тут же вырывается Дмитрий Ново. Это же коронный прием Коля Сиплова. Вот это да! Я думал, если честно, что Коля Сиплый быстро расправится с новой, но не тут-то было. Нижегородский рестлер показывает бойцовский дух. Дмитрий Ново запускает. И калф-кик! Фирменный калф-кик. Коля Сиплый просто получает пяткой в челюсть. Совершенно обескураживающая атака Дмитрия Ново. Сейчас он пытается удержать завоеванное таким образом преимущество. Чинлок. Но Коля Сиплый дотягивается до канатов. И Дмитрий Ново, естественно, пользуется этим, демонстрируя свое великолепное чувство ринга. Дмитрий Ново тем временем залезает на второй канат. И фрогсплэш прямо по спине Сиплого. Судья отсчитывает. И в последний момент Сиплому удается прийти в себя и оторвать лопатку. Просто доли секунды Дмитрию Нове не хватило, чтобы одержать победу. Дмитрий Нова сам в шоке, как мы можем заметить, выбрасывает Колю Сиплова за ринг. И теперь рестлеры поменялись местами, если можно так выразиться. Дмитрий Нова, дропкик, спрингборд дропкик, отлично. Не дает Колю Сиплому вернуться на ринг. Дмитрий Ново просто мастерски обескураживает своего соперника, кроссбоди Сапрона. Довольно-таки большой риск сейчас берет на себя Ново. Но должен сказать, что этот риск вполне оправдан. Коля Сиплый сейчас совершенно выбит из колеи. Дмитрий Ново, естественно, пытается этим воспользоваться, но Коля Сиплый сыграл опоссум и проводит DDT Дмитрию Нове за рингом. Вау. Бойцы нисколько не жалеют себя, несмотря что это не хардкорный матч и может последовать дисквалификация за применение посторонних предметов. Это нисколько не успокаивает, дорогие друзья. Потому что рестлеры стараются нанести друг другу максимальный ущерб всеми возможными способами в рамках правил. Вы посмотрите, Сиплый видел, что двойной отчет уже был близок к 10 и прервал отчет судьи. А тем временем лангблоуэр. Фирменный лангблоуэр проводит Дмитрий Ново. И оба бойца сейчас находятся за рингом. Судья ведет двойной отчет. Напомню, что мы немного пропустили, как Коля Сиплый влетел на всей скорости в стойку ринга. Дмитрий Ново первым приходит в себя, заталкивает Сиплова на ринг, и удержание не проходит, только до двух. Дмитрий Ново пытается все-таки удержать Сиплова, но все попытки тщетны. В последней попытке Сиплый аж дотянулся до канатов, и Дмитрий Ново решил таки оставить эти попытки на данный момент. Дмитрий Ново чопа в углу. Ой, сейчас мы будем вести отсчет вместе с Дмитрием Новой. 3, 4, 5. Сиплый, ой-ой-ой, он отбрасывает Дмитрия Нову. И Нова дропкик. Отлично, ой-ой-ой. А мы, дорогие друзья, знаем, что означает такой дропкик. И то, что Коля Сиплый находится в углу в сидячем положении. Это значит, что пришло время фирменного корнер-дропкика Дмитрия Новы. Он это понимает, и поэтому
считает нужным подготовиться подольше, чтобы нанести максимальный урон ногами Коле Сиплому. Разбег! И нет, все-таки слишком долго готовился Дмитрий Новый, и Коля Сиплый этим воспользовался. Ой-ой-ой, Сиплый, мы можем наблюдать серию удержаний. Сейчас Дмитрий Новый, джекнайф пин. Нет, все-таки никак. Сиплый ждет, пока соперник поднимется. И фирменный спайнбастер. Раз, два, и Дмитрий Нова. Все-таки он врывается, силы в нем еще остались. Зрителям, естественно, это нравится, они кричат «офигеть!». Но матч еще не закончен, и мне все-таки интересно, что мы увидим далее. А, Коля Сиплый забрасывает Дмитрия Нову на плечи. Дмитрий Нову все-таки соскакивает. Оказывается, сзади суперкик! Прямо в челюсть! Дмитрий Нова находится сзади Коли Сиплого. Ножницы головы, и это фирменный модифицированный захват осьминога. И Дмитрий Нова переводит его в сворачивание. Нет, Коля Сиплый тут же сворачивает сам Дмитрий Нову, но все попытки тщетны. Бойцы еще могут оказывать друг другу сопротивление. Коля Сиплый Camel Clutch перекрывает поток воздуха в легкие Дмитрию Нове. Дмитрий Нова находится сейчас в очень неудобном положении. Сиплый даже в Штайнер Реклайнер запер Дмитрия. Очень неудобно вырываться из такого положения. Удастся ли это сделать Дмитрию? Он размыкает руки Коли Сиплого. И очень болезненный маневр об канаты. Дмитрий Нова, европейский апперкот. Коли Сиплый отвечает локтем. Еще один отличный европейский апперкот от Дмитрия. И еще один локоть от Коли Сиплого. Клацают челюсти рестлеров от таких мощных ударов. Никто пока не может взять верх, но Коля Сиплый проводит свою фирменную комбинацию. И Дмитрий Нова повержен, но не удержан. Которая попытка удержания не приносит должного результата. Коля Сиплый пока что у нас ведет в этом матче, если можно так выразиться. Дмитрий Нова пока не может прийти в себя. Коля Сиплый не торопится предпринимать какие-то активные действия. Дмитрий Нова медленно пытается собраться силами. Не нравится мне вот эта надпись на футболке Коли Сиплого «I like bad things». Я люблю плохие вещи. Неужели одна из этих вещей будет применена по отношению к Дмитрию Нове? Дмитрий Нова пинает Сиплого. Трейнбастер DDT. Коронный прием Новы. Но Нова пока что не может дотянуться до Сиплого, чтобы удержать. Наконец ему это удается. И в последний момент Коля Сиплый. Настолько сильно ему хочется показать, что он достоин быть претендентом на титул чемпиона Беларуси. Не знаю, смотрит ли сейчас чемпион Ричард Тимон этот матч. И попытка 450 от Дмитрия Нова не увенчалась успехом. Просто в молоко. Тем временем Коля Сиплый бэкдроп суплекс. Нет, Дмитрий Нова оказывается сзади и толкает Колю Сиплого, но на пути Сиплого был судья. Ой-ой-ой, довольно-таки курьезная ситуация. Дмитрий Нова полез за стулом. И сейчас последует удар. Видимо, Дмитрий передумал в последний момент, не стал использовать нелегальную тактику, и этим пользуется Коля Сиплый. Дмитрий Нова ошарашен. Неужели еще одна бомба в присед? И на этот раз Коля Сиплый успешно удерживает Дмитрия Нову и одерживает победу в этом блистательном матче. И вот на этот раз заиграла та тема, которая надо. Коля Сиплый одерживает победу. Давайте ему похлопаем. Я сделаю это прямо сейчас. Ричарду Тимону следовало бы взять на заметку
У него есть еще один потенциальный претендент на его титул. Коли Сипл предлагает рукопожатие, примет ли его Дмитрий Нова? Да, он принимает это рукопожатие. Все-таки матч был просто шикарнейший, как по мне, дорогие друзья. Надеюсь, вы со мной согласны. Ну а за сим мы с вами прощаемся до следующего раза. Любите рестлинг, смотрите GCW. До свидания.